Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я вам покажу, как быстро проходить игрушки в день. Способ: я играю в танковый тир. Естественно, тестировал вариант, как проще всего выполнить, и сейчас вам о нем расскажу. Итак, убиваю я самый медленный танк. Вот он пошел. Главное его не отпускать. Когда пускать снаряд? Самый главный вопрос. Когда передок танка оказывается за 2,5 отрезка от центрального маркера. Вот. Как только он оказывается, я сразу кидаю снаряд и перемещаю слева. Опять он оказался. Видите, он ездит туда-сюда, его главное не отпускать, все время попадать. Ну, за 2,5 кидаете, либо когда он примерно центр танка на центральном третьем маркере, третьем большом таком маркере, вот тогда кидаете снаряд. И тогда он точно попадает. Так можно довольно быстро все 12 снарядов пристроить. Результат 100%. Главное, просто не промахивайтесь. Все, вуаля, все готово. Все 12 попаданий сразу добыл. Очень простой способ. Как бы, если хотите быстро это все пройти, то вот вам такой довольно легкий способ. Ставьте лайк, если понравилось данное видео. Не забудьте подписаться на канал, если хотите в дальнейшем видеть подобные видео у себя. И комментируйте, если есть что сказать по поводу тоже данного видео, и, может быть, другие способы у вас тоже есть, как это все делать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дваска. Всем пока.